Ой, голубка такая. Привез я ее сюда. А за ней ухаживают, долбят ее. А у них, у голубей-то и нет такого обхождения. Вот который вот этот воркует вот здесь. А этот отсюда пристал. Тоже ее долбят. А вот этот, который есть, это оттуда привез, он там за ней ухаживал. Вот выглядывает. Она вот эта пестренькая, такая маленькая, тоненькая. Вот. Вот это как бы настоящий ее муж-то. Держу в клетке. Она сейчас не долбит и долбит, у нее голова вся разбита. Ну. Сейчас я попробую оттуда чуть-чуть подвести, чтобы она пошла. Ну, давай. Давай, выходи. Ну. Давай, беги. Куда пошла? Куда пошла, а? Вот она пошла. Сейчас он к ней подлетит. Я ее маленько подкрасил, чтобы узнать среди других. Сейчас маленько прогуляется, опять в клетку посажу. Потом никак нельзя. Сколько было, задолбали. Тут еще белый за ней ухаживает. Вот он белый пришел. Вот они ее погнали. А вот настоящий ее муж. Вот он ее. Сюда крылышками потихоньку машет. А эти отлетели. Вот эту кормушку сделал Михаил Петрович Кариковцев. И голуби достают, едят. Оставлять никак нельзя ее здесь одну. Ее задолбят, заклюют. Там какие черные, коричневые. Вон они друг друга выгибают. Есть такие беспородные взял, они летают, другим здоровье дают. Залезет под эту. Под большую бочку-то, ее туда не достать тогда. Что-то надо делать, закрывать. Так, беда.